создании такого распределительного центра девелоперы, инициаторы проекта, смогли воспользоваться тремя мерами государственной поддержки. Первый – это выделение муниципального земельного участка в аренду без проведения торгов по критериям масштабный инвестиционный проект. Вторая мера поддержки – это субсидирование, фактически финансирование фондом развития моногородов совместно с субсидией Республики Татарстан строительство подводящей инфраструктуры, подъездная дорога, сети электро-, газа, водоснабжения и отведения. Остальные затраты на внутриплощадочные коммуникации, внутренние инженерные коммуникации девелоперы осуществляли за свой счет. И третья мера поддержки, которой воспользовалась девелоперская компания, это снижение ставки по налогу на прибыль и республиканская часть фактически, и снижение ставки по налогу на недвижимое имущество, республиканский налог. Это, соответственно, позволило сэкономить минимум 190 миллионов рублей прямым счетом, это те затраты, которые были понесены в инфраструктуру, и, скорее всего, в общей перспективе, наверное, до полумиллиарда рублей на всех совокупных эффектах.